информационной стойке, где стоит сотрудник, и к нему можно обратиться с любым вопросом. Кофе-пресс, заварочный чайник. Предложение за 200 рублей, которое мы с вами видели на входе. Часы. Какой-то такой интересный отдел. Тут написано «Галерея нашей жизни». Какая шикарная стена. Просто девочки-оформители умнички. Очень красиво постарались. Покрасили стену. Молодцы. Пальмы, смотрите, тоже какие-то появились новые. Давайте их потрогаем. Мягкие-мягкие. Это новинка. И вот это тоже на стену, это все новинка. И вот такое еще дерево, тоже новинка. Давайте посмотрим, сколько стоит. Искусственное растение в горшке. 4299. Вот, фейка. И вот такое еще тоже, это новинка. Искусственное растение в горшке. Вот, 17 сантиметров. Гиперус. 2699. А что-то 17 сантиметров. Оно очень высокое. Гораздо выше. Это диаметр горшка, а высота растения 118 сантиметров. Вот. Шикарное. И еще тут какое-то тоже интересное растение. В общем, очень мне понравилось. Мои любимые золотые салфетницы. Обожаю, как они выглядят. 399 рублей. Очень красивые. Действительно, интерьеры созданы таким образом, что здесь прямо заходишь и кажется, что можно остаться и пожить тут некоторое время. Очень хорошо, красиво. Кто здесь живет? И есть такой вариант — настольная лампа золотой, 1999. Барометр называется. Вот как выглядит. Смотрите, как усиленно продвигают этот плед. Еще раз он появился у нас на пути. Желтую лампу тоже несколько раз уже увидели. И здесь у нас начинаются уже столы. Смотрите, какие. Сдалека буду показывать, чтобы было видно. Разные. Вот скидка на стол еще продолжается. 1999 стоило 2999. Смотрите, какие столы еще там за стены. Из очень хорошего дерева. Вот эти листики вообще 10999. Вот, смотрите, какой прикольный. Сделан под дерево и белые столешницы. 4999 сейчас стоит скидка на него. По IKEA Family. Здесь столы в черном цвете у нас, металлические столы. По цветам отсортировали. Подставка для журналов 1299. Листик 399. Кресло Поэнги, которые просто стоят и которые еще и качаются. Сейчас они стоят 6499. И по этой цене идет только черно-коричневый и кемстат бежевый. Вот такое кресло. Как красиво, смотрите, супер. Сложили розочки. Одна розочка стоит 149 рублей. Такой стол оригинальный. Элтон Джон, какая песня. О, смотрите, какой огромный. Как доска для серфинга. 15999. И вот еще оригинальные цветы появились. Смотрите, какие прикольные. Лилии. Еще какие-то листики. Красотища. Цветок искусственный. 349 рублей с мика. 81 сантиметр. Малюцелла гладкая. А
туда есть секретный проход, сразу короткий путь в детский отдел. Еще красиво, смотрите, светит сильно лампа. Картина вот такая там. Девушки. И тоже цветы новые. А вот такой цветок стоит 699 рублей. Смотрите, какой жесткий. А вот смотрите, какое чудо. Выключатель. Ой, какой кайф. 2499 хромированный. Смотрите, как аккуратно. И он вращается. И здесь он тоже везде все сгибается. Очень удобный выключатель. Шикарный интерьер. Такой теплый коричневый цвет. Очень симпатично. Я обожаю эту песню. Смотрите, какой класс. Подвесили наверх пучочки травы. Очень душевно. Бутылочки, деревенские тарелки, обалденные цветы. И смотрите, какие светильники. Тоже тут очень приятно находиться. Мой любимый. Смотрите, баночки, корзинки и мой любимый дуршлаг. Пучочки. Здесь розовый. Подсвечники. Стеллажи. Вот такой стеллаж. 1299. Белый. Бэгби. И вот этот у нас стеллажик 3599. До 25 февраля. Симпатичный. Есть в цвете дерева. Есть вот такой яркий, вырви глаз, желтый. Калакс. 7999. Есть вот такой спокойный. Какой он симпатичный. Классный вообще. 7999. Такой цвет. Вкусный. Этот 6999. Называется тоже Калакс. Другого размера. И вот такой еще есть. 11999. Большой. 5. Есть вот такой низкий. Он стоит 3689. Здесь вот такие вот интересные интерьеры. Стоит зеркало. 399 рублей. Отлично. Огромный светильник, одуванчик, стоит 5999. И здесь можно подойти и создать свою комбинацию Besto. Различные цвета, полы, ручки разные и совушки. И мы с вами уже в офисном отделе, здесь много стульев. Давайте здесь посмотрим для ноутбуков различные подставки. Шикарный розовый стул и розовый стол. Смотрите, сколько стоит. 4999. Вот такие резные витые вензеля. Металлические ножки. Мне понравился такой классный. Стулья кого интересуют. Смотрите, какие оригинальные. Таких раньше не было. Там обычные. Хотя тоже какие-то из них переделали спинки. А картина, смотрите, какая. Сейчас сюда подойду. Гончарное дело. И здесь еще у нас офисные столы, стулья. Смотрите, тоже скидка хорошая. Прямо 5000. Письменный стол 5999. А стоил 10. Вот это скидочка. И стол-то какой. Натуральное дерево. Шикарный. Столешница с отделкой из ясеневого шпона. И ножки из массива березы.
А вот эта подкладка на стол, она стоит 199 рублей. Очень хорошо защищает стол от повреждений. И она не скользящая, тяжеленькая. Прямо пахнет весной, все такое приятное, свежее, салатовое. Вот эта салфетка суперская, корзинка прозрачная, сетка, цветы, очень оригинально, 799 рублей. И опять розовые такие подвесные кашпо и цветочки, 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 цветочки. А скажите, там кого-нибудь видно? Нет, никого. Кухни, кухни, бежевые, белые. Ой, смотрите, какая там прелесть, я туда иду. О, какие подвесные кашпо еще. Все в розовом стиле, рамочки, посмотрите на, только на это, на эту красоту, лепнину. Это, наверное, новинки, розы шикарные. И вот такая красотень, шторы. Наконец-то стали прислушиваться к мнению покупателей и выпускать вот такие шторы, потому что наши российские покупатели очень любят цветы на шторах, на посуде. Мы просто так привыкли. Вот это, наверное, тоже новиночка. Салфетки и салфетница. И сниму еще эту красоту. Вот такая подвесная доска, да, магнитная. Здесь у нас баночки, специальные такие емкости. И там наверху горшочки. Ну, все, в общем, очень хорошо подобрано. Еще одна новинка, смотрите, какой кран золотой, смеситель, стоит 6999. Сушилка, подвесные сушилки на приборы, такие ведерки, там дырочки. И на сегодня это все, что я вам хотела показать. В следующем видео продолжим путешествие по Икее. Так что я вас всех целую, обнимаю. Желаю вам удачи, успехов. А мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.